Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я хочу связать с вами вот такую модельку тапочек. Леопардовое сердечко, как я их назвала. Что нам для этого нужно? Крючок номер 2,5. Вперед мы будем вязать тунисским вязанием. Остальное все я вязала спицами. Спицы номер тоже 2,5. Какие ниточки использовала? Акрил. Марку называть не буду. 240 метров в 100 граммах, крючок 2,5 и спицы 2,5. Ну что, начнем. Вот я составила такую, нарисовала схемку, такое сердечко. Три цвета использовала: черный, коричневый и такой вот темно-желтый, горчичный, он даже больше. Ну, какие у вас цвета есть, подходящие подберете. Значит, начинаем вязание с 14 петель. Наберем крючком цепочку из 14 петель. Так, тапочек поставим сюда. И начинаем вязать. Провели крючок в первую петельку, кто не знает, вот так вот. Вытащили ниточку. Забыла включить свет. 2, 3. И так набираем до конца ряда. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что-то на одну петлю меньше набрала, что ли? Вот смотрите, последнюю петельку вводим, захватываем ниточку, вытащили, захватываем нить и протягиваю через крайние 2 петли. Вот так вот. И возвращаюсь на начало ряда. По 2 петельки захватили, через 2 петельки протянули. Захватили, через 2 петельки протянули. Я в этот раз взяла не белый цвет, а немножко кремоватый. Вот он у меня. Такой вот цвет решила попробовать. Теперь сейчас со второго ряда мы будем делать прибавки. Накиды. Смотрите, я делаю прибавку. Вот первую петлю взяла после первой петли. Накид на себя. Если вам тяжело будет после первой петли, неудобно, может быть, можете делать прибавки. Первую сняли, вторую петлю провязали, накид на себя и дальше как обычно. Но я делаю после первой петли. Почему? Не всегда. Ну, вот в такой модельке. Потом, когда мы свяжем, сделаем такую окантовочку на тапочке, и эти накиды, прибавочки, их не видно. Смотрите, они перекрылись, их не видно получается. А когда со второй петли, ну, их немножечко видно. В общем, как хотите. Можете после первой петли делать накид, можете после второй петли, кому как будет удобно. Все, так вяжем до конца ряда. В конце опять накид. Вот у нас осталось 2 петельки. Накид на себя. Провязали. За крайние 2 дужки под петельку я ввела крючок. Захватила ниточку. Протянула. Вот, вытащила. Захватила ниточку. Через крайние 2 протянула. И все. Через 2 петли возвращаемся на начало ряда. Вот такое у нас начало вязания. Теперь таким методом мы сейчас провяжем первые сколько рядов. Мы сейчас провяжем 5 рядов. У нас будет 22 петли, 5 рядов. Шестой ряд тоже 22 петли, соответственно, мы его провяжем без накида. С 7 ряда мы начнем вязать узор. Значит, что? Мы вяжем 6 рядов, 6 ряд провязываем без накида. Встречаемся на 7 ряду. Провязали 6 рядов. 6 рядов. У нас 22 петли на спице. 7 ряд провязываем с накидом. 24 петли и начинаем вводить узор. Провязываем с накидом первые 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6.
7 8 9 10 11. Так, теперь у нас 2 петли узора и опять 11 петель. Подсоединяем ниточку для нашего леопардового сердечка, подходящую по цвету. Раз, два. Я потом основной цвет, этот кремовый, разделю на два моточка, чтобы не делать белыми нитками братяшки через сердечко. Один клубочек будет с этой стороны, ну, соответственно, второй клубочек будет с этой стороны, чтобы нам было удобнее. Цвета черный, коричневый можно отрезать по длинной нитке по 1-2 метра. И в каждой стороне будем подсоединять или маленькие клубочки, или длинные нитки, чтобы нам было удобно. Значит, что у нас осталось? 11 крайних петель. Все, начало положено. Всего у нас будет... Сейчас я вам... Сколько у нас петель? Сейчас посмотрим. Провязываем 11 петель. Делаем накид и провязываем крайние. Крючок немного длинноватый, об стол бьется. Вот, вытащили, захватили через крайние 2 петельки, захватили и по 2 петельки возвращаемся обратно. Так вот сюда ниточку перебросили, эту подтянули, потом все кончики попрячем. 2 желтых. Пока петелек мало, можно здесь делать протяжки такие небольшие. Дальше больше 3 петель я протяжки не делаю. Лучше подсоединить новый цвет, чтобы не было огород нагороженный. Вот смотрите, все, теперь сейчас подтянули, чтобы она у нас не убежала. Почему я вяжу последние ряды накиды через ряд? Тогда у нас мысочек будет более закругленный, а не будет треугольником ужасным выглядеть. Теперь что мы делаем дальше? С 7 ряда мы начали вязать узор. 8 ряд провяжем без накида и узор вводим. Дальше продолжаем вязать узор. 8 ряд без накида. 9 ряд это будет последний ряд прибавок. 26 петель. 9 ряд мы провяжем с накидом. Все. Дальше вяжем узор. Значит, что я сделала? Провязала узор сердечко. После узора провязала 6 рядов. И на 7 ряду закрыла петли. Вот такой он закругленненький получился. Сейчас закроем до конца петли и будем набирать боковые стороны. Крючок ввела под петлю, захватила, протянула через 2. Последние 2 петельки. Последнюю за также за 2 дужки я беру. Вытащила петлю. Теперь беру нитку в 2 сложения. Вот так вот. Сюда ее затянула. Теперь что мы делаем?
Сейчас мы будем набирать петли. Значит, я отметила серединку. Это для чего? Чтобы потом было удобнее набирать подошву. Смотрите, что я делаю. Вводим в каждую петельку боковой стороны. Вот так вот. Две нитки в два сложения. И вытягиваем петли. Сильно не вытягивайте. Спицы номер 2,5 у меня. Сейчас провяжем здесь мережку. Вот такую вот первый рядочек сделаем. Значит, набираем петли. У меня получилось 72 петли. Желательно посчитать, чтобы не было с этой стороны больше, а с этой меньше. Такое тоже бывает. Что-то я тут наделала такое. 3. 4. 5. Я набираю крючком, так как у меня петли сидят плотно, поэтому мне спицы проблематично вытаскивать. Вот так вот. Набираю крючком петли. Вот. И так, не спеша, не спеша. По одной петельке набираем по длине всего мыска. Смотрите, вот так, вот так, вот так. Дойдем сюда до конца. И обратный ряд вернемся, провяжем лицевыми все. Все петли провяжем лицевыми. На лицевой стороне у нас получится не изнаночная. Что хотела еще показать. Вот этот уголок есть. Вот, смотрите, уголочек. Вот в эту дырочку не вводите. Оно растянется и будет некрасиво. Вот перед ним есть петелька. Немножечко на 2 мм уголок срежем. Ладно, сейчас до сюда дойду. Смотрите, я дошла до поворота, до уголка. Набрала одну петлю. И вот уголок, не нужно ее в самый край вводить, набирать за самый край. Немножечко вот здесь вот закруглите этот уголок. Вот так вот. Закруглите этот уголок. Дальше. Под петлю и под две петли наборного края. Набираем вперед. Под петельку и под две петли, по две дужки. Неправильно сказала, по две дужки первого наборного края. Здесь немножечко останется с изнанки, но это ничего страшного, оно все уляжется, приляжется и тому подобное. Вот, под петельку и под две дужечки. За две дужечки захватили, вытащили петлю. Вот. Вытащили. Вот так вот подтянули. Так, раз. Теперь под эту петельку, под две дужечки. Ох, слетела у меня. Сейчас я ее потеряю. Придется пересчитать. Значит, вот у нас стоял, забыла, как он называется по-русски, чтобы до середины у нас получилось одинаковое количество набранных петель. С одной стороны, со второй. Потому что потом, когда будем набирать пяточку, чтобы нигде не оставались лишние петли, ничего не перекосило. Значит, сейчас мы наберем петли до конца ряда, перевернем, провяжем лицевой ряд лицевыми петлями и начнем набирать нашу мережку. Набрали петли. Первый ряд провязали лицевыми. С лицевой будут изнаночные. Две нити. Начинаем вязать мережку. Первую петлю я снимаю, первую провязываю лицевой, дальше делаю накид от себя, одну снимаю, одну провязываю, снятую петлю, смотрите, через снятую петлю протягиваю провязанную третью нить, петлю, все,
накид от себя, одну петлю сняла, одну провязала, снятую приподнимаем и через нее протягиваем провязанную петлю. Вот так. Идем так до конца. Накид от себя, одну снимаем, одну провязываем и протягиваем через снятую. Накид сняли, провязали и протянули через снятую. Накид снять, провязать. Еще раз накид, одну петлю сняли, одну провязали лицевой и протянули ее через снятую петлю, накинули снятую петлю на провязанную лицевую, могу так сказать. Вот, вот так вот у нас получается. И так вяжем до конца ряда. Так, довязываем нашу мережку, накид от себя. Одну сняли, провязали одну лицевой и протянули через снятую петлю. Сняли, накид, сняли, одну петлю провязали лицевой и протянули. Накид сняли. Провязали лицевой и протянули. Там. Убежала одна. Предпоследнюю провязываем лицевой. И последнюю петлю провязали. Так, дальше переворачиваем наше вязание. Весь ряд будем провязывать лицевыми. Лицевыми. Накиды провязываем вот споднизу. Не переворачиваем накид. Вот так вот. Лицевой. Накид приподняли. Перевернули. И так до конца ряда. Весь ряд провязываем лицевыми. Вы смотрите, что у нас тут получается. Вот так вот. И должны образовываться такие дырочки для вентиляции. Так, дальше. Лицевые, лицевые. Весь ряд провязываем лицевыми. Лицевыми. Так идем до конца ряда. Закончили нашу мережку. Теперь подсоединяем ниточку контрастного цвета. И я провязала два ряда лицевой. Два ряда провязала лицевой. Вернемся. Один ряд провяжем белой лицевой. Изнаночную сторону я вам покажу, как я делала вот эти вот накиды, если кто не знает. Что мы сейчас делаем? Идем лицевой до конца и обратно возвращаемся, тоже один ряд лицевой. После мережки провязали два ряда, у меня это желтый цвет, один ряд белым лицевым. Теперь у нас изнанка. Как я вяжу дальше? Значит, сейчас у нас будут вот такие вот, смотрите, накиды. Это очень просто, это даже не накиды, а нитка идет перед вязанием, ну да, перед работой. Первую изнаночная нить перед работой, следующую сняла, изнаночная. Да что ж это, как неудобно, как здесь.
нить перед работой. Сильно не затягивайте эту нить. Ну и чтобы она не была сильно свободна, волночки, чтобы красивые получались. Нить сняли. Одна лицевая. Нить сняли. Одна лицевая. Непровязанную сняли. Одна лицевая. И так дальше. Одну сняли. Одна лицевая. Вот. И у нас получаются вот такие вот волночки. Итак, идем до конца ряда. Одну сняли. Одна лицевая. Одну сняли. Лицевая. Сняли. Лицевая. Лицевая. Следующий ряд будет полностью лицевой. С изнаночной стороны вяжем также. Одну сняли, одну лицевую. Здесь мы первую провязывали, значит, чтобы получились вот эти волночки, ячеечки, чтобы они получились в шахматном порядке. Мы, если в первом ряду мы первую провязываем, то второй ряд, когда будем вязать, мы сделаем наоборот. Первую снимем, а дальше пойдем. Первую сняли, лицевая. Первую сняли, лицевая. Лицевая. Сняли. Лицевая, сняли, лицевая, сняли, лицевая. Вот, все, все просто. Вот так вот пройдем. Следующий ряд лицевыми. Опять сделаем узорчик. Дальше что я сделала? Это бортик этот вяжется очень просто, поэтому подробности объяснять, думаю, не имеет смысла. Значит, что я сделала? Смотрите, провязала 4 ряда белым, дальше 1, 2, 3, 4 и 4 ряда желтым, и потом перейдем к подошве. Потом перейдем к подошве. Подошву обычную связала в этот раз. Значит, сейчас мы провяжем высоту. Опять же, у кого-то нитки будут толще, тонкие, толстые, поэтому примеряйте, может, у кого-то высота будет меньше рядов, более уже. Мне вот на мой размер, сколько я перевязала моими нитками, эта высота была оптимальная. Это какой у меня размерчик получился? 24,5, если растянется. 24, ну, это где-то вот на 38, да. 24, надо схему вам показать еще по размерам. Вот так вот. Значит, сейчас вяжем высоту тапочка и встречаемся, начнем подошву вместе вязать. Хотя это тоже очень... Начинаем вязать подошву. Значит, подошву я начинаю вязать в этой модели. Я набрала 14 петель. Оставила на подошву 14 петель. Потом 14. Через равномерные промежутки я добавляю по одной петли. В итоге у меня получилось 20 петель. Петли добавляю из протяжек после первой провязанной нити. Но, опять же, методом примерки, может быть, вам будет нужно меньше петель, может быть, у вас в конце будет 16-18. Опять же, примеряйте. Я начала с 14, добавляла по одной, получилось 20. Ниточка не сильно толстая. Сейчас, значит, так, 13 провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. И 14 провязываем, вот она 14, вместе с петелькой с боковушки, вот так вот. Это для тех, кто не знает. Кто знает, вяжем дальше. Всю подошву я вяжу лицевыми петлями, обычным вязанием. Закрывать по краям петли можно изнаночными. Я иногда закрываю изнаночными, но в этот раз решила закрыть лицевыми. Ну, чтобы не по лицу, не косичка была, а продолжение будет подошва изнаночная. Можно и так сделать. Как хотите. Так, 14 петель провязали. 14 петлю подошвы закрываем вместе. Вот смотрите, 14 петля. Я ее перебрасываю сюда. И закрываю вместе. Две. Ой, подождите. Это же. Вот так. Две петелечки. Все. Поехали дальше. Вяжем нашу подошву. Первую сняли, все изнаночными,
где-то с пятого ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пятый, шестой ряд я начала делать прибавки на подошве. Ну, опять же, какая у вас пряжа, каждый вяжет по-разному. Кому-то, может быть, не нужны будут эти прибавки. Прибавку делаю, вот протяжечка есть. Вот, я ее набрасываю. И вот так вот провязываю. Все, добавила петельку. Она будет невидимая у нас. Сейчас я их делать не буду, еще рано. Закрыли боковую. Провязали две вместе. Сняли. И так вяжем до конца. Провяжем подошву. Потом наберем с боковых сторон петельки. В общем, провязываем подошву. Встречаем. Я провязала подошву. Набрала с боковой стороны 17 петель. Сейчас я вам покажу, как я их набирала. Набрала 17 петель. Провязала их изнаночными. Подошву провязала лицевыми. Пришли к этой стороне. И тоже с этой стороны набираем 17 петель. Я, как всегда, набираю крючком вот под первую. Вот так вот. Так, три. Четыре. Вот под первую петельку вводим, вытащили, все, набрали. Итак, мы набираем 17 петель. Раз, два, три, четыре, пять, десять, 11. 13, 14, 16 и вот 17 петелька последняя. Всего полотно у нас получилось 54 петли. 20 подошва у меня и по 17 петель с каждой стороны. Вот так мы вот набрали. Теперь переворачиваем. Первую петельку я провязываю. Здесь мы провяжем изнаночной. В начале ряда была лицевая. Дальше мы все петли до конца я провязываю лицевыми. До конца ряда все провязываю лицевыми. Все, начало положено. Провяжем лицевыми. Вот смотрите. Провязываем лицевыми все, а с лицевой будет изнаночная, соответственно. Провязываем до конца лицевыми и будем начинать вот такой простенький узорчик. Так, провязали мы лицевой, получилось здесь изнаночная. Теперь начнем наш узор. Смотрите, весь узор вяжется лицевыми рядами, как это, чулочная, поточная вязка. Только мы меняем цвета. Каждый ряд вяжется лицевыми петлями. Все, здесь... Все это лицевыми. Между рисунком два ряда лицевой вязки. Разделяем цвета. Два ряда лицевой вязки. Получилось вот как рядок изнаночный. Значит, сейчас я вам начало покажу. Здесь все очень просто. Так. Первую сняли, провязали. Теперь подсоединяем контрастную нить. Раз. Две лицевых, две желтых лицевых, две коричневых, две желтых, две коричневых. Все. Вот и весь узор.
обратный ряд будем вязать по рисунку, цвета в смысле по рисунку, лицевыми петлями. 2 желтых, 2 коричневых. По 2 ряда рисунка. Сейчас 2 коричневых. О, пропустила одну, смотрите. Значит, провязываем до конца ряда 2 желтых, 2 коричневых. Лицевыми петлями. Обратно возвращаемся тоже лицевыми петлями. Следующий ряд у нас будет однотонный. Лицевыми петлями. Следующий ряд меняем цвет. Черный, коричневый, какой хотите. Белый можете поставить. У меня 10 вот этих кубичков, как я их называю, рядочков. Но вы длину ориентируйтесь на свой размер. Если у вас размер чуть побольше, значит, можете сделать не 11, а ой, не 10 рядов этих цветных, а 11. Так, доходим до пятки. Дальше я вам сейчас дойдем до пятки и вам покажу. Вяжем. Провязали наше полотно. Начинаем вязать пятку. Пятку будем вязать таким же узором, как и вязали полотно само. Значит, у нас всего 54 петли. На пятку я оставила 14 петель. С одной стороны 20 и с другой, соответственно, 20. Нитку я не обрезаю. Вот так вот ее оставляю немножко. Потом, когда буду соединять петли, и буду подсоединять эту ниточку. Так, пяточка. Первые 2 петли провязала желтым цветом. Следующие 2 коричневым. Две желтым. 2 коричневым. И так далее. Меняем цвет. Осталось у нас 2 желтых. Одну привязали. Одну снимаем. Провязываем 2 вместе изнаночной. Переворачиваем. Я вяжу пятку на 2 спицах, но чтобы сейчас было удобнее показать, взяла больше спиц. Изнаночная сторона также вяжем лицевыми. Меняем, переплетаем ниточки. Две коричневых. Желтый. Последнюю петельку провязываем лицевой. 2 вместе провязываем лицевой. Значит, вот эту петлю, ой, эту ниточку в первом ряду я ее не подсоединяю, а следующие ряды мы будем провязывать эту ниточку вместе с петлей. 2 вместе их будем провязывать. Кому так будет неудобно, можете, конечно, просто отрезать. Все. Следующий ряд у нас будет лицевыми. 2 ряда будет лицевыми. Потом будет у нас черный цвет. Итак, вяжем пяточку нашу до последней петельки. Все. Сейчас я отвяжу. Вот последняя петелька. Сняли. 2 вместе изнаночной. Возвращаемся опять лицевыми весь ряд. Ну, это для тех, кто вяжет первый раз. Подробности. Все. И так далее. Возвращаемся, закрываем лицевой, переходим на черный цвет. Смотрите, следующий ряд у нас будет в шахматном порядке. Между 3 коричневыми 2 лицевых,
Опять 3 коричневых, 2 лицевых, ой, 2 черных лицевыми. Все ряды также вяжем лицевыми. Провязываем до конца и начнем вязать беечку окантовочку. Закончили вязать пятку. Теперь сделаем вот такую беечку. Значит, что я сделала? По окату всего тапочка набрала петли на спице 2,5, номер 2,5. Первый ряд я провязала, у меня получилось 65 петель. У вас может быть 66-67 плюс-минус. Первый ряд я провязала изнаночными петлями. Остальные 5 рядов желтым цветом я провязала лицевыми. Номер спиц 2,5. Потом перешла на белый цвет. И остальные ряды вязала спицами номер 2. Всего у меня 15 рядов. Высота получилась где-то 1,5 сантиметра. Теперь что мы делаем? Выворачиваем наш тапочек. И сейчас мы это дело примонтируем. Значит так. Перегибаем нашу беечку всю. Вот так вот аккуратненько. Чтобы все петельки были ровненькие. Чтобы это все совпало. Вот смотрите, чтобы здесь на лицевой стороне ничего не перекосило. Вот так вот. Теперь снимаем первую петлю крючочком. Сняли. Смотрите, теперь по этой стороне вот проходит такая пунктирный ряд. Раз, два, три. Это петельки первого наборного ряда. Когда мы набирали первые петли, вытягивали их из-под ряда, вот они здесь, они поперек получились. Вот мы за них будем захватывать. Значит, одну петлю со спицы, одну петлю, вот она, вот. Под косичкой она сразу получается. Вот косичка первого ряда, и под косичкой такие поперечные петельки. Вот захватили. И за ниточку протянули через две. Подтянули. Удобно. Смотрите, вводим. Сняли петлю, ввели под петельку на тапочке. Вот подняли петельку, захватили ниточку и протянули через две петли. Вот так. Сильно не затягивайте, но и сильно свободно не вяжите, чтобы у нас здесь сейчас получилась красивая косичка лягла. Вот еще раз сняли петлю. Вот так вот, вот накинули нитку. Раз и два. Руки не буду выкручивать. И так продолжаем до конца. В конце ниточку обрежем, закрепим и спрячем ее под нашу бейку. Вот, поддели. Вот видите, 3 петли. Раз, два, третью подтянули. И протягиваем. По одной, не спеша. Это дело сейчас мы закончим. Вот так вот. Вот получится у нас вот такая тут косичка ляжет. Вот. Чтобы чуть-чуть выглядывала сюда. На один рядочек будет выглядывать с лицевой стороны. Смотрите, это все подтягивается. Вяжем. Одну сняли. Одну подтянули, захватили и протянули через две петельки. Вот опять сняли, подняли петлю, накинули ниточку и протянули через две. Все. И так до конца заканчиваем нашу беечку. Вот такая она будет. Вяжем.
Закончили вязать нашу беечку. Вот такая красота у нас получилась. Вот здесь я спрятала все кончики, закрепила это все. Вот. Все, тапочек закончили. Что у нас получилось? Вот так вот выглядит окантовочка. Смотрите, сейчас мы его поравняем. Вот видите, ничего не выпирает, не выступает. Вот такая вот беечка. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.